Садитесь, садитесь. Вопрос тяжелый, я поэтому его написала. По поводу наркомании. А нет, вы просто скажите, в чем проблема? Описывать не надо ситуацию. Как мне писать? А потому что я и так пойму. Если что-то я не пойму, я спрошу, задам вопрос. Ну, дочь находится на лечении сейчас, а ее друг в это время погиб еще 40 дней. Он тоже наркоман? Да. Ну, слава Богу, для вас. Для меня, да, но она еще не знает. И... Не надо ей знать. У нее еще будет плохой период, связанный с вот этой наркоманией, еще где-то 25 дней, 26. В это время ее не надо трогать вообще ни о чем. А потом ей станет легче. Она... И у нее вообще как бы меняется период жизненный. Она через... 7 месяцев, 8 месяцев бросит эту привычку. Ну, у нас сейчас уже у нее осознанно. Да, ну через 8 месяцев совсем она бросит эту привычку. То есть пока не говорить? Ни в коем случае. Спасти. Ни в коем случае нельзя. Сейчас ей очень тяжело, еще вы нахлобучите ее. Опять пойдет срыв. Ваш вопрос?